Компания ВПК-подшипник представляет вашему вниманию шариковый, двухрядный, радиально-упорный подшипник 3307BDXL2RS, изготовленный на заводе немецкой корпорации ФАГ в Словакии. Подшипник закрытый с обеих сторон резиновыми уплотнительными кольцами. Заполнен смазкой на весь срок службы подшипника и в дополнительной смазке не нуждается. Размеры подшипника. Внутренний диаметр 35 мм, наружный 80 мм, высота подшипника 34,9 мм. Подробно об этом и других подшипниках на сайте компании. ВПК-подшипник. Только оригинальный товар.